Так, всем здравствуйте. Наконец-то они у меня появились. Представляю вашему вниманию акустическую систему, акустические колонки Yamaha NS590. Вот такие вот красавцы своего рода. Давно хотел их. Значит, что по... В принципе, по этим колонкам. 80-й год выпуска. Родители, так скажем, знаменитых 500M мониторов. В 80-м году выпускались и стоили тоже почти 60 тысяч йен за колонку. Вот. Сейчас другое что-нибудь поставим. Значит, смотрите. Колонки идут на продажу. Все равно в любом случае. Но хотел давно их послушать. Значит, что по размерам они такие же, как 500M-ки. Но сейчас вот здесь у меня представлены 500M-ашки, да. Ну, собственно, то же самое. 80-й год. После них в 83-м пошли 500M мониторы. Это тоже, можно сказать, мониторного типа акустика, которая выпущена была в 80-м году. Единственное отличие, то что тогда еще выпускались эти колонки 8-омные, сопротивления идут. Ну и не такая большая мощность у них, как, например, у следующих там 500M колонок. Но в любом случае они хорошо играют, достаточно мощно. Вот. Мощность занижена из-за того, что 8-омные колонки, ну, то есть раньше вот так вот выпускалась. Максималка у них, по-моему, идет там 80 ватт. Вот, значит, что? 30-й низкочастотник бумажный. 12 сантиметров, как заявляют они, полукупол. Среднечастотник тоже бумажный. А высокочастотник идет уже бериллиевый, так же, как в 500M, 500MA, которые следующие пошли, тоже бериллий. Как заявляет та же Yamaha, когда они выпускались в 80-м году, да, что это акустика, сейчас покажу вам. Вот они, 590-е, 80-й год, 59 тысяч йен за одну колонку. Что это акустика, этот книжной полки, был разработан типичный динамик для динамичных и ярких компонентов Yamaha, таких как FX1 и NS890. Вот такая вот акустика, да.
кое-какие там характеристики. Ну, плохо сейчас видно. Подсвечивает, засвечивает, да. Значит, такой же вес у них 23,5 килограмма, как и у 500М, следующих, которые пошли. Единственное отличие, что они вот сделаны как бы немножко по-другому, да, другие аттенюаторы идут. Вот, ну и бумага НЧ, ВЧ такая, вот. И так вот, это идет без сеточки, сеточка идет только на высокочастотники. Здесь черные они, здесь, соответственно, как бы, я уж не помню, натуральный шпон или нет, потому что на 500М-ках уже идет пленка. Здесь очень похоже, что это тоже такой натуральный шпон сделано. Значит, в принципе, сейчас покажу внешнее состояние. Из того, что 80-й год, колонки, понятное дело, многие пишут, там в идеале еще что-то. Ну, мне кажется, нереально найти колонки 80-го года в идеале. Это тоже такое, знаете, как бы рекламный ход, наверное, скорее всего. Значит, у нас здесь что? В принципе, лицевая панель вся нормальная. Ну, понятно, я немножко протер ее. Вот. В целом она нормальная, черная. Значит, корзины есть небольшие. Корзины в любом случае потемнение, потому что это алюминий все-таки, да. Какие-то вкрапления, они все равно, ну, как бы будут, да. Вот, то есть, как бы потемневшие немножко есть. Ну, на этой вообще... Но в целом считаю, что хорошее состояние. То есть, как бы, вот. Ну, понятно, что будет что-то, но ничего. Динамики, я так понимаю, освежены немножко, да, специальной краской для динамиков. Но, как бы, из-за того, что они выцветают со временем. А, вот, значит, все динамики рабочие проверено. Еще послушаем, проверим. Подвесы, что немаловажно, у них частенько бывают, продаются они с замененными подвесами. Вот данная акустика сохранилась со штатными, мягкими, хорошими ямаховскими подвесами. Тканевые подвесы идут, прям мягкие-мягкие, никаких ни дырок, ничего нет. Все хорошо. У этой колонки то же самое, все мягкий подвес, шикарный, штатный, опять же. Бумага, корзины вот на этой, в принципе, НЧ хороший, ВЧ есть небольшие вкрапления, ну, понятно, что видео все не передает, это нужно уже, но в целом хорошие, аттенюаторы все целые, все хорошо. А, значит, что у нас получается? Понятно, что есть какие-то вот косячки внизу, ну, такие замятости, да, небольшие. Ничего криминального, на левой колоночке единственное идет вот здесь вот небольшое замятие, видимо, было в свое время или при поставке, может быть, мне немного повредили. То есть замятие такое есть, но оно, опять же, только вблизи видно, чуть-чуть вот уголочек вот этот замят и чуть сморщился, да, но издалека уже там практически ничего не видно. Вот здесь вот может быть чуть-чуть. То есть вот такая вот мелочь как бы присутствует, да, вот мелочевочка такая вот. Вот здесь может быть чуть-чуть отклеилась, да. Вот внизу я показал на левой колоночке. Здесь в целом, ну, тоже небольшое там замятие есть, но его не видно как бы. Вот, царапин таких прям по корпусам нету глубоких. Ничего, ну понятно, что если всматриваться там прям, но все равно я считаю, что нормально. То есть здесь вот уголки целы. Задние части, номера все серийные одинаковые, даже какие-то эти. Ну понятно, что как бы прям не совсем такой идеал, но в целом хорошее сохранение. На этой, на правой колонке здесь более-менее... Может быть, сзади, да? Здесь боковины все нормальные. Вот здесь чуть-чуть есть. Извиняюсь. На правой колоночке есть. Сейчас попробую навестись. Вот здесь чуть-чуть небольшой. Ну и то, я говорю, издалека уже ничего не видно. Вот здесь есть скольчик небольшой. Такой вот.
Вот здесь чуть-чуть шпон чуть-чуть отошел, да? Здесь у нас, ну понятно, снизу какие-то, может быть, косячки там могут быть. Вот здесь вот чуть-чуть, да? Но в целом, как бы тоже номер такой же. Вот как бы задняя сторона. Я их не сильно не готовил, ничего не делал, чтобы показать, да, что, ну, нереально идеал найти. В среднем хорошее, вот здесь может быть чуть-чуть, в среднем хорошее состояние. Ну, как бы вот такие вот мелочевка, такая она все равно будет присутствовать. Не буду ломить за них деньги, но вот как бы... Ну, верхняя часть в целом нормальная. Лицо нормальное, верхняя часть нормальная. Вот, значит, динамики все рабочие, проверены. Соответственно, проверку прошла акустика. Вот сейчас играет. Посмотрим. Еще послушаем, чтобы разное. И, значит, смотрите, сетки есть, сетки без дырок. Они деревянные у них идут. Еще, ну, ДСП такое, да, ЦСП, ДСП, там, я не знаю. В целом они хорошие, не сломанные. Даже штатные, потому что идут коричневые сетки, сохранены. Единственный момент, я так понимаю, что они лежали где-то отдельно. Может быть, там, я не знаю, что-то вот своеобразное такое, пока проветриваю их, запах от них идет. Японский, своеобразный. Вот, но это вот что касается сеток, уж не знаю. Потому что почистить их, помыть нереально, потому что дерево сразу разбухнет. И ну, вот эта деревянная основа, она разбухнет и сразу испорится. Не мыл их, ничего с ними не делал. Но они есть в комплекте. Это уже кто дальше заходит, хочет посмотреть. Вот такая прикольная акустика. Значит, оговорюсь, почему тоже хотел тоже послушать давно их. Даже с теми же 500М, 500МА, которые следующие пошли. Сказать могу так, что более мягкий, более теплый звук у них. Более какой-то глубокий немножечко бас свой. Голос они чуть по-другому передают немножко. Может быть, из-за того, что более бархатный такой оттенок дают. Вот более теплый звук. И, соответственно, за счет этого... То, что не всем нравятся там мониторы ямаховские 500М, 500МА, там 1000МА, 1000М, вернее. Вот эти, как бы, да, они более одомашненные колонки, более универсальные, более всем придутся по слуху. Потому что они более тепло все играют. То есть они, да, как бы менее такие аудиофильские, чем те же там 500М, 500МА. Потому что те уж совсем яркие. Но не всем это нравится. Всем нравится более теплый такой вот какой-то аналоговый звук. Вот это как раз таки, я думаю, что это данная акустика. Но в то же время детальность хорошая из-за бериллия высокочастотника. И вот бумага, видимо, дает такой тепленький, хороший звук на них. Так, внешний вид показал. Сейчас еще немножко послушаем, чтобы можно было, ну, прям тепленькие, хорошие. Давайте послушаем что-нибудь быстрое, а потом что-нибудь из рока тогда. Или давайте рок сначала включим, потому что многие просят, как будет воспроизводить рок. It's okay, I'll do what I want. We'll be right back.
и послушаем какую-нибудь быструю, да, музыку, возможно, электронную. По-разному попробую, потому что помехи какие-то, звуки могут быть. Долго не будем гонять. Шикарный теплый звук, хороший такой. Вот такая прекрасная акустика. 80-й год. Yamaha NS590. Прародитель 500-х мониторов. После них, соответственно, начали выпускать 500-е мониторы. В хорошем состоянии. В отличном рабочем состоянии. Вот такая акустика. Всем спасибо, всем пока.